Водитель, нажми на тормоза, призывают автомобилистов свердловские госинспекторы. За сутки на дорогах области случилось 600 аварий. Чаще всего из-за того, что рулевые не брали в расчет снегопад и гололедицу. Самое страшное ДТП произошло на трассе смерти. На Серовском тракте при столкновении «Волги» и автобуса погибли двое человек. Еще пятеро попали в больницу. Трагедия случилась утром под Новой Лялей. Автобус вез работников железной дороги на работу в Нижний Тагил. Как вдруг навстречу пазику выехала «Волга». По предварительной версии, ее водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Погибли он и его пассажир, который не был пристегнут и вылетел на дорогу через окно. От удара легковушку смяло так, что тело шофера из салона пришлось извлекать с помощью гидравлических ножниц. Пятерых рабочих, находившихся в автобусе, отправили в больницу.